Я хочу пригласить на нашу сцену следующего участника из города Днепропетровск. Латышев Александр. Встречайте. Рассмеши смешного, рассмеши меня, рассмеши меня. Привет. Добрый вечер. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас впервые. Я вас не слышу. Вы у нас впервые? Да, впервые, да. А вы не закрывайте ухо, будете слышать. Волнуетесь немножечко, да? Ну, если поаплодировать, то меньше. Да, спасибо. Но вот мне кажется, что человек, когда находится за кулисами, он волнуется намного сильнее, чем когда уже вышел, уже все. Уже деваться некуда, уже здесь. Да? Да. То есть вы уже сейчас поспокойней? Немножечко, да, если еще поаплодируют. Очень бы хотелось, чтобы эти аплодисменты были еще и в конце пятой минуты. Чем вы занимаетесь? Я монтер пути третьего разряда. Круто. Ну, путейцы есть такие, которые гвозди, костыли называются. Их понимаем, забивают. Да, вбивают вот в рельсы. Вот я такой монтер, вот железнодорожник, человек. Да. А гитара-то к чему? Как? Ну, откуда чем-то это? Костыли надо забивать. Логично. А деньги нужны зачем? Ну, хотелось бы тещечку куда-то отправить, наверное. Родненькую. Любимую. Ей аплодисменты, конечно. Чтобы и она не волновалась. Совершенно верно. Удачи. Александр, да. У меня такой неожиданный вопрос. Да. А вы со скольки ударов можете забить костыль в шпалу? Я думал, тещу скажешь. Я могу просто забить. Нет, ну честно, вот скажите. Я просто четырех. Я просто это делал с трех когда-то в свое время. Серьезно ведь? Да, просто это была узкоколейка. Вот, и студенческие годы, очень нужны были деньги, поэтому... Интересный диалог двух. Очень классно, да. Я профессиональных людей. Двух железнодорожников. Да. Встретил человека, который тоже знает, что такое костыль. Ладно. Ребята, костыли, давайте начинать. Александр. Да. Мы вам желаем удачи. Да. Надеюсь, она будет вам сопутствовать. Поехали. Спасибо. Песня «Железнодорожная поездная». Ехал в поезде я, не заметив и сам, как за час в себя влил литров пять оболони. Припекло я терпел, но не смог, о позор. Я тебя ненавижу, санитарная зона. Песня для любимой тещечки. Как на тещины имянины испекли мы каравай. Вот такой ширины, вот такой вышины, чтобы рот порвала! Песня студенческая новогодняя. Сижу я дома, делаю уроки. Отец с друзьями у ларька. Жаль, сейчас они придут в квартиру, малогабаритную квартиру. Видно, улица зима, зима, зима. И стучит домино. Немножко не достучались. Спасибо. Александр, вы очень хорошо поете, хорошо очень играете на гитаре, но в нашей программе нужно рассмешить. Спасибо. Нужно рассмешить. Спасибо. Пока-пока. Рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши смешного и под столом валялся. Может, волнение, может, просто что-то недоработал. Ну, было позитивно, было хорошо, было искренне.